Дальше у нас платье. Платье для школы. Трикотажное платье с скороченным рукавом. Артикул, модель, серый меланж, состав. Вся информация. Это оставляем, я тоже только за. Очень красивое платье, оно очень сильно тянется, прям очень сильно. Вот здесь такая резиночка, у нас 152 размер, она, возможно, скорее всего, должна быть на талии, но так как мы взяли на вырост, да, 152 размер, она у нас немножко ниже талии, ничего страшного в этом нет. Юбочка у нас с вами получается, как она, клешоная, в общем, с вот такими вот проглаженными штучками. Ну-ка, пойди сюда поближе. Вот эта резинка, вот она тянется. Само платье все тянется. Вот здесь сердечко, оно было обернуто в бумажку. Так, задом. Ручки убери. Вот так выглядит сзади. Молния очень красивая, металлическая, аккуратненькая такая. Серая. Этикетка. И оно прям вот тянется. Оно очень хорошо везде тянется. Что очень здорово. Ну-ка, покрутитесь, мадам. Нравится? Угу. Мне тоже очень нравится. Одел и пошел в школу. Вот видите, длина рукава. У нас 152 размер. Рост у нас тоже, я подпишу точно, какой у нас рост, чтобы вы знали. Красота. Еще у нас трикотажный жакет, блейзер для девочки. 152 размер, тоже мультицвет. Мне почему-то по упаковке уже кажется, что будет больше мерить. Открываем бурматиков. Вот мы застегнулись. Покрутись, пожалуйста. А кармашки там есть, Ксюш? А, вот кармашки, да, их даже не видно, они так сделаны. То есть вот они кармашки. Вот к шее. Ну-ка, боком. Они без молнии, без всего, но очень глубокие. Вот моя рука влезает. Ну, к шее мешается, это понятно. Расстегни чуть-чуть теперь. Расстегни. Немножко. Вот, вот так, да. Ну-ка, встань ровненько. Покрутить нам. Кофта обалденная. Вот так вот прям в школу и в розовых кроссовках, колготках и погнала. Супер, оставляем. Так, теперь у нас с вами леггинсы и футболка из коллекции бурматиков в цвете фуксия, 152 размер, 95 хлопок, 5 эластан. Меряем костюмчик. Есть запас в длине в леггинсах, 152 размер, да? Есть запас в футболке, но хотелось бы ее чуть пошире. А так нормально, покрутись. Она длинная, то есть она даже вот попу... Ну, ты когда вот задом поворачиваешься, ручки убери. Вот, она даже попу скрывает. То есть футболка, повернись. Этикеточка. Вот. Чуть-чуть вверх ее, если поднять, вот так, да. Ну-ка, повернись. Вот тут повыше. Вот так как-то. Подвернуть. Так, чуть подвернуть. Ну, расправь ее до конца теперь опять. Расправляй. Так, качество хлопка классное. То есть она достаточно плотная. Даже когда чуть-чуть прохладно, будет не жарко. Но это хлопок, поэтому здорово. Такая горловина, хорошо все обработано, замечательно. И вот такой достаточно большой запас штанишков у нас. Нравится? Да, оставь. Кстати, Ксюшка в этом костюмчике очень классный. Покрутись. Ну, покрутись. Солнышко светит. Классно, он гораздо лучше уже с обуви смотрится, чем смотрелся в офисе. Прям здорово. Ну, ручки опустите, пожалуйста. Я понимаю, что солнце светит. Беги, играй. Все, давай. Классный, мега удобный, вообще суперский. Если хотите так же дешево, круто одеть своих детей к школе, ссылка для регистрации всегда под видео. Сейчас еще пока в подарок 500 рублей. Так что проходите, регистрируйтесь. Обязательно с вами свяжусь, помогу.